Доброго времени суток. Вы на канале Турбис Поплус. Вышла уже какое-то время назад игра Mount & Blade 2. Я ее пытался... Она одиночная, и писали о ней отзывы плохие. Я ее пытался скачать с торрентов, она у меня не пошла, я забросил, потом я ее приобрел, и я ее не смог запустить. Перечитал все форумы, русскоязычные, англоязычные, официальные, неофициальные, перепробовал все. Драйвера, не драйвера, просто не запускается. То есть она у меня здесь висела в диспетчере задач и просто жрала процессор, и ничего не происходило, все. Приходилось, притом в Steam было видно, что игра запущена, приходилось снять задачу и все. После всего, что я перепробовал, я на все плюнул и тупо отформатировал весь жесткий диск. Задолбало меня все и заново поставил, вот видите, у меня чистый Windows. Хотя он не всегда чистый, я раз в 2 месяца точно винду переустанавливаю. Привычка такая у меня, не люблю я грязь. Переустановил винду, и на удивление она запустилась. Я ее еще не смотрел, просто она у меня запустилась, и все. Поэтому в этом видео, надо было вначале это сказать, но я напишу, или не буду писать. В этом видео будет 2 ответа на вопросы. Первый ответ на вопрос — это вот... Если не запускается, что сделать? Мне помогла полный снос системы Windows 10. И второе, русский язык. Как поставить русский? Потому что на английском играть в эту игру я не собираюсь. Ну и немножечко посмотрим геймплей, потому что время у меня уже практически 1:30. 12:30 тоже уже никакущий после работы. Но хочется посмотреть, потому что я 8 лет ждал эту игру. 8 лет я ждал эту игру. Я этот варбант уже весь перелазил вдоль и поперек. Итак, погнали. Нам нужно найти русский язык. Давайте искать. То есть я так подозреваю, что он будет... Я там лазил, уже искал. Я вам просто покажу, да, где он там. То есть он будет по-любому на официальном сайте должен быть. Залазим на официальный сайт. Смотрим. Это Steam, это неофициальный сайт. Это Steam, вот оно. Tile World, официальный сайт. Заходим. Конечно, все ссылки я сделаю в описании, но ссылки могут меняться, потому что это все на форумах. Это официальный сайт разработчика игр. Залазим на форум. Здесь ищем, здесь что мы ищем? Не знаю, что тут не то. Это не корневой каталог. Нам нужен корневой каталог. Вот корневой каталог. То есть я просто нажал на форум. Вы любите, когда я подробно все снимаю, вот я вот все с нуля. Посмотрим, что у меня получится. Тут ищем, что мы тут ищем. Ага, вот смотрите, интернациональные форумы. Тут смотрим, 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 смотрим. По-любому должен быть русский. Ну-ка, внутрь зайдем. Внутрь заходим. Туркиш форум, не туркиш форум. Должен быть по-любому русский. Так, не, вот, вот он, видите, нашел. Вот позорище. В остальных нас засунули. Нет бы на первое место бы. Еще где-то там в заднице. Стыдно за страну, ладно. Так, тут мы что ищем? Тут мы ищем, наверное, сейчас давай очень важно, правила форума. Состояние обсуждения вне игры. Давайте посмотрим сейчас задаваемые вопросы. Нет, что-то мне здесь уже не нравится. Очень важно. Нет, не сюда. Смотрим. Обсуждение модификации. Угу. Во, смотрите, прям в самом начале. Русификаторы к модам. И я бы тут лазил бы долго, пока я не увидел вот такую штуку. Всадники Калеридия. Это, короче, сайт... Когда был еще Warband, это достаточно неплохой русскоязычный сайт по игре Mount & Blade, по всем ее сериям, и там очень много модов. Вообще этот сайт, он тоже будет, ссылки в описании. Если вам нравится данная серия, этот сайт у вас должен прям в закладках быть. То есть мы сюда проходим, и, пожалуйста, тут много всякой фигни, то есть у нас кидает сразу сюда. Тут мы жмем на русификаторы. Русификатор для игр, для модов. Нам нужен игры. И смотрим. Прямо вот сразу на первом месте. Потому что он сейчас популярностью пользуется.
2,4. То есть есть 1,2 какой-то, но это разные. Разные, но этот уже оценен в 5 звезд. Вчера обновленный. Давайте посмотрим его. Давайте его установим. Что пишет? Что пишет установка? Скопировать две папли. Две папли. Две капли. Господи, да что, спать хочу уже. Две папки. Из сказочного архива. У меня вообще запись идет. Да, у меня запись идет. В корневую выставить русский. Ну давайте качать. Понятно. Скачать с нашего сервера. Скачать. Показать в папке. Разархивируем. И вот она. Лицензия нам сразу не нужна. Сразу ее удалить. Так, все понятно. Тут у нас... Это у меня Steam-версия, то есть C-программ файлы, Steam, APS, Common, MonBunnyLord. И тут ищем, куда это можно кинуть. GUI в GUI, Modules в Modules. То есть я подозреваю прямо тупо вот так. Конечно, замена. Чё нам? Ну все. Все, давайте запускать. Первый запуск игры. Буду смотреть эти заставки. Все, язык заплетается. Заставки. Потому что мне интересно. Если она вообще запустится. Глоточек кофе. А, вкусняшка. А, синглплеер. Моды. UEFIX for RU. Firasans. Нажимаем. Play. Смотрим, что у нас получается. Белый экран не очень хорошо, да, ребят? Слава богу. Потому что я читал, когда по форумам лазил, я читал, что белый экран, и у многих так и висит вечная загрузка. Ой, у нас тут прям, смотрите-ка, что и физикс, и всякие там... Тык-дык-тык-дык. Так, Это мои друганы. Так, мы заходим в опции. Звук мы убираем. Динамики эти. Это стерео. Геймплей, не трогаем видео. Размер байталей максимальный. Ну, что-то не видно, что он на русском, вот, если честно. Как русский-то выбирать? Сейчас будем разбираться. То есть тут у нас very high, везде high, low. Не, нужно везде very high. Ну все, very high, very high. Все на максималках вроде, да, стоит. Down. Давайте еще опции. Геймплей. Есть language. Во. Представляете, вот так вот играть. Отлично. Вот русский, смотрите-ка. Ну что, менять не буду. Давайте посмотрим. Сейчас посмотрим. Чувствительность мыши, видимость следов, язык. Сложность. Сложность айбоя. Ну пусть стоит высокое количество трупов. Высокое. Есть огромное. Очень высокое, конечно. Неограниченный. Неограниченное количество трупов, неограничено. Че, ну у меня 16 гигов оперативки, должно нормально быть. Так. Ты не знаешь, где станция скинула, ты сильцан, ладненько. Угу, готово. Настройки, геймплей, мышь, клавиатура, производительность. Очень высокая. Тип теней. Ничего, то есть, да, тут все. Ну, походу, все на максималках стоит. Заглаживание. Ну, все, оставим. Ладно. Новая игра. Я
Если вы, ребята, вначале видели какие-то обрезки видео, там у меня где-то, значит, какие-то данные засветились, и я их вырезал. Выберите культуру вашего персонажа. Струги, имперцы, господи. Вланды, вланды, потомки. Вот это, короче, надо читать. Просто на 20% больше опыта для войск во время сражений. Это, кстати, очень важно. На 20% меньше штраф к скорости от снега. Это не очень важно, если у тебя большая армия. Бонус скорости для строительства городских зданий, ремонт стен и осадных машин. Создание караванов обходится на 30% дешевле. Торговый штраф меньше на 10%. Вот, кстати, бабки зарабатывать. Дополнительный бонус в 10% скорости для всадников на глобальной карте. При перемещении по лесу штраф скорости... Ну, судя по прошлым частям, в которые я играл, тут вот больше опыта для вас. Это просто даже вне конкуренции. О, господи. Что ж за монстр-то? Ну, давайте мы сделаем случайно. О чем? Случайно, видите, он вообще не меняется. А, это тело случайно. Ну, конечно, такой здоровый. Бычара. Рост. Ну, вот такой вот у нас будет этот кабан. По мускулисти можно делать? Что у нас? Сбросить все, сбросить, отмена, вернуть. Перемешать все. Случайно. Лицо. Давайте лицо посмотрим. Нет. Начнем поуродливее. Нет. Давайте какого-нибудь страшного. Ширина лица. Ширина морда такая должна быть. Глубина. Она тупая. Им лопаты постоянно били. Высота. Во. Сношение сторон. Не, вот такой харь, короче. Вот. Высота скул. Нет, пониже. Ширина скул. Вот, да. Глубина скул. Вот она. Острота лица. Тупое лицо. Какая нафиг острота у нас? Мы тупые вояки. Ширина головы. Вот, конечно, огромная. Размеры глазниц. Маленькие. Большие. Форма ушей. Ушки пусть будут маленькие у нас. Размер ушей. Да нет, пусть маленькие. Асимметрия лица. Во, конечно, нам же лопаты вкрячили. Во. Это что у нас? Глубина бровей. Сильно меняется. Ну, что-нибудь такое сейчас. Вот что-то такое, да. Нос. Давайте нос. Вот такой, да ну-ка, симметрия носа. Не, вот у нас сломанный нос. Вот и сломанный. Вот так вот. Подбородок. Все на максимум. Мы сейчас вот такой подбородок сделаем. Вот он у нас. Вот он. Отлично. Пам-пам, красавец. Ну-ка, нижняя губа, верхняя губа. Губки тоненькие будут. Такой вредный, такой противный. Прическа. Прическа нужна. Вух, конечно, мы же в средневековье. О, у нас. Вася, это что? Раскраски и шрамы. Шрамы. Так, отлично. Так. Слушай, этот мне нравится. А можно что-нибудь больше? Жалко, нельзя 2-3 шрама сделать. Мне вот это понравилось. О, и глаз такой выбитый у него. Отлично вообще. О. Все, я доволен. Семья, господи. Сила. Одноручная, двуручная, древковая. Хочу одноручная. А, вот оно как. Слугами барона, городскими торговцами, фермерами, городскими кузнецами, охотниками и наемниками. Что-то мне все не нравится. Так, давайте посмотрим еще раз. Да фермерами, что там, кто мы?
Русский люд, он фермеры. Все, погнали. Что мы тут читать еще будем? Детство. Ага, еще и детство есть. В детстве вас ценили за впечатляющую силу, внимание к деталям, любовь к чистому. Это точно не про меня. Обаяние, любовь к животным. Любовь к животным. Слушайте, давайте лидерство возьмем. Совсем уж неохота быть дебилом. Как и все деревенские дети, вы частенько пасли овец, работали в деревенской кузнице, помогали в строительстве, собирали травы, ну да-да-да, и курили. Охотились на мелкую дичь, торговали на рынке. Торговали на рынке. Продолжить. А вы росли, и мир вокруг менялся, но Кальридии невозможно избежать последствий войны. Вы вступили в гарнизон? Нет. Путешествовали с разведчиками, тренировались с пехотой, с лучниками, стали охранником каравана. Ну, я ж торговец был, логично, что я ушел в охранники каравана. Вот. Так, она еще оружие меняется, что ли? Блин. Слушайте, ну... Лук. Слушай, давайте попробуем охранником каравана, там как получится. У меня сейчас всегда в руки возьму. Вот у него лицо-то вообще пипец. Прежде чем отправиться в жизнь полную приключений, вашим самым серьезным достижением стало победа в дуэли, спасение деревни от наводнения, да, ага. Удачное вложение средств, охота на крупного зверя, мастерство красноречий, истинная честь. Давайте сделаем удачное вложение средств. Мы же все-таки караваном там. Вот. Продолжить. И вот это уже я. Да, красавец. Как и многих других в Кальриде, война коснулась и вас. Ваш дом был опустошен армиями проходящими одна за другой. В конце концов, вы продали все, что у вас было, естественно, и вместе с отцом, ну ладно, матерью, старшим и младшими братьями, и младшей сестрой отправились в новый город, который, по слухам, был безопасен, но все пошло не так. Во время путешествия на таверну, где вы остановились, напали налетчики, ваши родители были убиты, естественно, а младшие сестры и братья уведены в плен. Но вы с братом спаслись, потому что... И вместе с отцом, нужно сказать, чтобы поправили... Одолели налетчиков в дуэли, отогнали их стрелами и вонью от штанов. Умчались на быстрых лошадях, обманули налетчиков, объединились. Давайте это одолели налетчиков в дуэли, хоть что-то возьмем, что у нас тут сила повысилась. Так, вы готовитесь отправиться в путь своим братом, да, с братом. И ради спасения ваших близких, вот ваш персонаж. Нажмите продолжить, если вы готовы, или вернитесь. Введите свое имя. Естественно, введем. Продолжить. Вот тут я всегда ставлю все реалистично, потому что, ну, просто неинтересно иначе играть. Трудность найма. Реалистично. Скорость передвижения по карте. Реалистично включить режим смерти. Это что значит? Выберите, могут ли герои погибнуть на поле боя. Да. А автомат распределения навыков членам команды. Ну-ка, включить автоматическое распределение навыков для членов вашей команды. Автоматическое? Автоматическое. Нет, они могут тупо делать. Уж если они умирают, будем их сами учить. Что? Брат, мы 3 дня выслеживаем этих ублюдков и, кажется, скоро настигнем их. Нужно обдумать, как вести себя, когда наконец-то нагоним их. Ночная атака? Подсыпать им яду? Бросим вызов жаку? Я не знаю. Ну, черт возьми, Варик. Не Варик. Реально ждут нас и надеются, что мы спасем их. Мы не можем их подвести, но готовы ли мы принять бой, Варик? Давай продолжить. Я играть хочу, а не читать. Похоже,
Это какой-то старый тренировочный лагерь для легионеров. Здесь мы сможем немного потренироваться, чтобы хоть как-то выровнять свои шансы с бандитами. Если я хочу тренироваться, мне нужно закрепить свои навыки. У нас нет времени, мы успеем больше, если поспешим. Как думаешь, сколько мы... У нас нет времени, все, валим отсюда, ты уверен? Да, там... да. Да, время имеет существенное значение. Все, валим отсюда. Так. Уйти, все. Площадка, вы наткнулись на раненого, лежащего под деревом. Вы делитесь с ним водой и пытаетесь перевязать его раны как можно лучше. Поведав о том, что на путешествующий решен сейчас. Имя своего клана. Имя клана. Имя его. Неварик. Неварик. Редактор знамен. Редактор знамен. Так, размер. У нас кто у нас будет? Общипанный павлин. Не, насчет такой запоминающийся что-нибудь типа. Ну, вот это мне больше всего. Зеленый, синий. Да пусть будет синий. Красный. Нет, синий. Все, я хочу синий. Я хочу быть синим. А цвет символа можно еще. Не, вот такой пойдет. Не, вот так, вот такой. Все. Валим. О, ту-ту-дун. Персонаж. Господи. Тут вникать и вникать надо. Так, а сколько у нас денег? Где у нас инвентарь? Инвентарь. Что у нас вообще есть? Инвентарь, кстати, что-то не нужно. Посмотрим. Так, у нас есть оружие. У нас есть маленький плоский ЭКЮ. Зерно. Покушать. Ладно. Разберемся. Что так у нас отряд, блин? А что как отряд выглядит? А, он их не видит. Ну ладно, погнали набирать. Земли вокруг Тайвеи в основном принадлежат... Ну, на чем мы читаем? Прогуляться? Нет, нет, нанять людей. Нанять людей нам надо. А золото у нас 1000 золота, отлично. Я так понял, герои, что ли? Возьмем, давайте, героя одного. И нет, имперский новобранец. Новобранец. То есть двух мы взяли, 40, да? Мы взяли двух. Ну ладно. Уйти. Давайте еще наберем вот здесь. Нам же... Я не нанял? Нанять людей? Нет, я не нанял. А, у нас нет золота. А, готово. Все. Уйти, все. Теперь нас трое. Что-то разгромили, что ли, или нет? Нет, вроде, ну-ка. Тут овцы. Процветание. Ну, кстати, вот я ради экономики, конечно, ждал это все. А почему они могут купить? Ладно. Так, все, я хочу с ними подраться. Вот. Разбойники. Разбойники. Давайте догоним разбойников. Нас трое, их шестеро. Но я на лошади. И с щитом. Воинов 6. Давайте посмотрим. Да, я на лошади, не могу разбойников догнать. Позорище. Посмотрим. Стоять от ограбления. Может, нам удается бояться. Бойся.
бейся, господи, если смелости хватит. В атаку. Погнали, посмотрим. Вперед на движение вы можете попробуйте. А, ну все, примерно так же. Give him hell! Атаку! Ой-ой-ой-ой. Моих убили всех уже. Так-т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 ак. Первый бой сейчас, походу, проиграю. Вот она, точно, тут пика. Ой-ой, камнями меня хочет закидать, гаденыш. Да, на коне такой пика и, короче, не умер. Мне это пока... Пока мне это не нравится, но будем сейчас дальше их долбить. Скорость на коне, конечно, такой конь, что ли, ужасный. Угу, промахнулся. Ужас. Да. Ну надо их убить и забрать у них этот, как его, опыт. Опыт, вещи, все продать. Ой-ой-ой, что произошло? Я походу одного завалил. Блин, да что ж первый ночью-то? Моих убили этих засранцев. Ладно. Не попал. Не попал. Чего лошадь получится здесь? У меня сейчас лошадь сдохнет. Ну, меня сейчас замочит, ребят. Все это, что-то это мне не нравится. Я что-то брощинул. Не так, как раньше. Не так тут, как раньше. Минус один, двое. Их было шестеро, осталось четверо. Надо больше вправо поворачиваться. Я что-то не дотягиваю. Не дотягиваю я вправо. Ох, ты защитился, говнюк. Угу, никто не попал. А, или их уже трое. Их трое осталось. Я убил уже троих. Так, кто кого? Так, подальше. Да, конечно, надо оружие купить. Тут ни лук, ничего нет. Опять не докрутил вправо. Ну, непривычно, непривычно, потому что этот, как его... Я, конечно, понимаю, что этот контент видео такой... Получается, по кругу скачу, как больнушку. Но варианты у меня какие? Задолбит меня. И все. Ну, дебилизм, конечно. Это дебилизм, потому что, ну, как так, я не попал, понимаю, он попал. Я не попал, а он попал. Yeah!
Все, все, ребят. Отхреначили меня. Ну, на этом мы закончим. Вы ранены. Все. В атаку, в это, в это. Ну, вот такая вот игра. Просто уже времени очень много. Буду снимать по ней видео. Буду в нее играть. Буду выкладывать видео. Пауза. Зачем пауза? А что, все? А. Они без нас, сколько они так будут ходить? Ну-ка, после мучительных дней... Блин, ну, нахуй, возможно, сбежать из своих... Так, что у меня осталось? А жизни у меня сколько? Жизни у меня сколько? 20% жизней. День. Ну-ка попробуем днем с ними. В атаку. Попробуем их добить все-таки. Надо у них забрать свое. Деревенского дурачка завалили. Ой, господи. Ну, это не мое. Все, ладно, уже никакущий. Я буду ложиться спать. На этом закончим, еще раз повторюсь. Хотел я выгребнуться. Ну, их там сколько, 11. Отпусти меня. А давайте еще по деревне прогуляемся, да, под этот. Продолжить. Все, по деревне еще раз прогуляемся. А, прогуляться по местности. Посмотрим, что, как у нас тут деревни сделаны. Ну, такие вот деревни неплохие. График, кстати, как сказать-то правильно, хают графику. Да неплохая графика. Хорошая. Нормальная. Не графики делаю. У меня он 113 FPS, 125, 120. Как бы было бы хуже, если графика была бы и тормозила бы. А можно драться здесь или нет? Наверное, можно всех перебить. Вот. Всем хорошей ночи уже. У меня потому что ночь. Смотрите днем, начнем хорошего дня. Все, ребят, всем пока.